Директора Херсонесского заповедника Александр Рудометов и Музея обороны Лариса Седикова Севастополя написали заявление о своем уходе. Как передает ТАСС, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов. Он высоко оценил работу уволившихся директоров и выразил надежду на то, что они останутся работать в музеях. Также он назвал нового руководителя Музея обороны Севастополя. Почему они написали заявление? Вопрос к директорам. Сегодня я представил коллективу Государственного музея обороны и освобождения Севастополя нового директора Николая Мусиенко, который ранее работал директором по развитию музея «Сталинградская битва». Мы активно подыскиваем сейчас кандидатуру на должность директора заповедника Херсонес-Таврический, но пока достойную не нашли.